Финальный штрих – обновленный школьный буфет. На ремонт ушло 2 недели и почти 200 тысяч рублей. В выборе дизайна принимал участие личный директор. Добавили новую стойку, на неделе установят комфортную мебель. Плитку на потолке заменили на новую. По словам Владимира Редкокашина, буфет – это особая зона. Здесь ученики не только могут покушать, но и пообщаться в компании друзей. Старшеклассники, помимо всего прочего, у них это как бы здесь клуб по интересам. Они встречаются, общаются на переменах и после. Мы постараемся сделать, чтобы им здесь было приятно не просто прийти выпить сока или съесть булочку, но и пообщаться, решить какие-то свои проблемы, поскольку будет все, чтобы это было действительно такое вот даже типа место интеллектуального сбора наших учеников. Отремонтировали и учебный корпус. Во всех школьных туалетах полностью заменили сантехнику и постелили новую плитку. Выцветший за год фасад здания теперь снова как новый. Учителя заранее проверили классное оборудование. Интерактивные доски и ноутбуки работают без сбоев. А проекторы выдают четкую картинку. Мы выкрасили в этом году все стены. Видите, как в бежевый цвет. Благоприятный для психологического здоровья детей. Вот, выкрашен пол полностью. То есть как бы детям будет комфортно в этом классе, вот, готовы на 100%. Не оставили без внимания и двор. Теперь возле флагштоков удобная плиточная дорожка. Именно здесь в пятницу пройдет первая в этом учебном году торжественная линейка.